Хорошо прошла гонка. Доволен, в принципе, всем. Самочувствие было хорошее. Сумел дотерпеть до конца. Марафон бежал второй раз в том году. Выиграл, так что была определенная тактика. Конечно, Вова Симаков немножко уехал на стоечке, застрелился и не смог его догнать. А здесь надо обязательно начинать с запасиком, а то вот потом можно не дойти до финиша, не пропускать пункты питания. Вот. И тогда, я думаю, должно хватить сил до конца дотерпеть. На стойке вот пошли по два промаха, стал брать очень много. Сразу стало большое отставание от лидера. Это как-то и усталость, и немножко ветерок все равно поддувал. Как-то судороги в ногах были, из-за этого не получалось точно отработать. Да, результатом доволен, конечно, второе место. Это очень хороший результат для меня. Более, наверное, зрелищные получаются. Ну, конечно, не марафон, суперспринты. Но мне марафон больше по душе. Суперспринт, там постоянная суета. Не успеваешь за процессом, все как-то на автомате делаешь. А тут бежишь спокойненько, какие-то мысли обдумываешь. Каждое движение, каждый толчок, каждый выстрел. Такая гонка мне побольше по душе.